Депутаты областной думы возложили букеты живых цветов к основанию памятника Зое в одноименном сквере и почтили ее память минутой молчания. Председатель регионального парламента Евгений Матушкин отметил, насколько важно помнить таких людей. Память о таких героических поступках никогда не должна пропадать, никогда не должна стираться в нашей памяти. Вот эти события, особенно в свете того, что сейчас мы видим снова возрождение фашизма на бывших советских территориях, тех территориях, на которых наши воины-освободители в 1941-1945 году сложили, в общем-то, сотни тысяч своих голов в борьбе с фашизмом. Напомним, Зоя Космодемьянская погибла 29 ноября 1941 года. Девушка была разведчицей и работала вместе со своей командой в тылу врага, выполняя задания, но была схвачена. Ее пытали, а потом казнили на глазах у жителей деревни Петрищево в Подмосковье. Для каждого жителя России имя Зои Космодемьянской стало символом мужества и стойкости.